Москва и Росатом объявили конкурс для технологических стартапов «NewTech Росатом 2022». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Цель конкурса – это поиск новых идей, которые могут пригодиться в госкорпорации. К участию приглашают проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок. Испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, цифровой инжиниринг, станкостроение и робототехника, а также водородная энергетика, металлургия и спецхимия. По словам Сергуниной, стартапы смогут получить гранты до 5 миллионов рублей, а лучшие инновационные решения смогут оказаться в экосистеме госкорпорации «Росатом». Им дадут соответствующие рекомендации. Конкурс также поможет предпринимателям сделать их проекты более масштабными и найти инвесторов. Заявки на участие принимают до 15 мая включительно на платформе Московского инновационного кластера. Результаты конкурса подведут в июне.